Привет всем! Сегодня 2 декабря 2016 года, Аризона. Прекрасная погода, 19 градусов. Это считается уже холодно для Аризоны. Люди, которые здесь живут, это 19-18 градусов тепла, для них считается прохладно, очень даже прохладно, и они даже могут одеть утепленные куртки. И я уже, живя здесь больше 5 лет, тоже как бы адаптировалась, и когда погода достигает 18, 16, 17, для меня это тоже кажется, что как-то вот холодно, неуютно, неприятно, я стараюсь потеплее одеться. Но сегодняшнее мое видео об игре в теннис. Я вам уже несколько раз говорила о том, что я играю с моим мужем в теннис, непрофессионально, он-то очень хорошо играет, а я играю больше для того, чтобы побегать, попрыгать, разогреться, чтобы почувствовать свое тело, чтобы подышать воздухом, посмотреть на это прекрасное небо, на природу вокруг. И поэтому мы один раз, два, три раза в неделю приходим на корты, которые свободны, если они свободны, находим свободный корт и играем. Опять же, хочу... Я пропагандирую, честное слово, если вы не занимаетесь никаким активным спортом или ничем не занимаетесь, но есть возможность заняться теннисом, займитесь. Как это прекрасно! Вы почувствуете потом, сколько энергии вам дает этот вид спорта. И вот нужно обязательно разогреться, минус 15, я сейчас дома разогрелась, растянулась. И сейчас я вам покажу, как мы играем где-то первые несколько минут, просто для того, чтобы показать, ну что это такое, ну это же прекрасно играть в теннис. И сначала мы играем не очень быстро, не очень активно, но мы играем обычно час, во второй половине часа мы играем уже очень активно, потому что все мышцы очень разогреты, мы прыгаем, бегаем, нагибаемся, ну я не знаю, ну просто забываем наш